Здравствуйте, меня зовут Антон Одинцов. Сегодня 30 июня 2020 года. Я пишу отзыв для проекта «Гомеопатия, холистическая медицина и коронавирус». Я буду подглядывать, у меня там конспект. Или клиника для клиники «Via Homeopatica». Значит, в начале прошлого месяца, июня, я заболел. И болел довольно долго. Первые дни было тяжелое состояние, высокая температура, все ломило, слабость. Через несколько дней это прошло, а потом очень долго, температура примерно 37,5. Долго не проходило, и слабость такая, что невозможно делать ничего. Вот, мы вызывали врачей, приходили с поликлиники, смотрели. Мы делали рентген легких. В общем, воспаления никакого не показало, ничего не было. К тому же я и не кашлял, и у меня не было насморка. Вот, в итоге все, что мы пили противовирусное, ничего не помогало. Иногда приходилось сбивать температуру, тоже ничего не помогало, пока мы вот не обратились в этот проект. Довольно быстро на нас вышел гомеопат. Ее зовут Лилия Фрейлафет. Мы получили быстрый довольно отклик. Она очень быстро нас вышла. Мы поговорили, я ей рассказал про свои симптомы. И она, после того, как она мне выписала там пару препаратов, я довольно быстро встал на ноги. Ну, то есть, у меня еще долго была температура там около 37, но я считаю, это, конечно, благодаря гомеопатии я вот выздоровел. Теста не делал, поэтому сказать, чем именно я болел, я не могу. Тем не менее, это было очень странное. Впервые в жизни я болел такой вот болезнью очень продолжительной. Спасибо. Буду рекомендовать.